Всем привет, в эфире в тренде. Друзья, сегодня хотелось бы вам дать совет, как лучше всего добиваться тех целей, которые вы должны себе поставить в начале этого года. Ну, прям просто обязаны, я считаю. Ну, об этом чуть позже, пока сюжет. И вот так вот сразу в начале сюжета вам вопрос на засыпку. Что объединяет Россию, Италию, Бурятию и Узбекистан? Я пока поднимаюсь, а вы подумайте. Ну что, не придумали? А я вам подскажу. Объединяет их Орда. Ну не та Орда, которая была в десятых веках, а вполне наша, нынешняя, ресторан. 5 абсолютно независимых от себя залов. Русская кухня, дворянское гнездо. Итальянская кухня, Сан-Ремо. Узбекская кухня, Дастархан. Бурятская кухня, мужской зал, Хан. И бурятская кухня, женский зал, Хатан. В общем, как вы понимаете, будь то свадьба или юбилей, день рождения или семейный ужин, да даже банальную деловую встречу теперь можно провести в концептуальном месте с выбором предпочтительной кухни. Все залы хороши, выбирай любой. Но конкретно остановиться хотелось бы на бурятском. Сейчас объясню почему. Можно? Именно в бурятской кухне установлено интересное гастрономическое нововведение. Так называемый хот-пот. Это такой способ подачи блюда, когда гость сам принимает участие в его приготовлении. Тем самым выбирая те ингредиенты, которые ему по душе. Ну и скажу я вам, помимо этого, это очень интересно. И впечатлений будет уйма. В общем, НАТО, Евросоюз — это все прошлый век. Орда — вот что объединяет народы. Делает это очень концептуально, и я бы даже сказал, вкусно. Ресторан «Орда», улица Пушкина, 4А. Заказ столиков по телефону 44 38 38 или на сайте orda03.ru. В общем, как утверждают психологи, чтобы добиваться всех своих целей и постоянно о них думать, нужно просто написать список этих целей и повесить его над своим зеркалом. Смотреть каждый день в него и идти на правильном пути. Только какие-нибудь такие обобщенные цели пишите, а то ваша жена начнет более чаще их выполнять, ведь она чаще в зеркало смотрится. Если в вашей жизни, несмотря на успешность, стали преобладать серые тона, и уже, казалось бы, ничего вас не радует, добавьте красок. Добавь в свою жизнь немного рок-н-ролла. Иногда по долгу службы, на деловые переговоры и тому подобные мероприятия приходится надевать классическую одежду. Но даже в этом случае можно внести нотку креатива и индивидуальности. Это яркие манжеты, интересные детали на локтях, особенный крой воротников, обработка по швам. Этот магазин для тех людей, кто ценит индивидуальность и хочет быть особенным, не похожим на всех. Ведь все поступает сюда ограниченными партиями, поэтому практически нет шансов встретить на улице человека в точно таком же. Вот, друзья, если бы я в свои лучшие годы знал, что есть такой магазин, я бы, наверное, весь его скупил. Погодите, так в данный же момент мои лучшие годы. Ну-ка, пойдем быстро скупать. Мужские сорочки, брюки, пиджаки, аксессуары, трикотаж и шарфы, женские сорочки, limited edition. При изготовлении продукции используются только ткани с натуральными волокнами. Шерсть, лен, хлопок, широкий размерный ряд. И всем клиентам, которые осуществили покупку на сумму от 3000 рублей, предоставляется дисконтная карта и возможность участия в закрытых распродажах магазина.
Если ты в бизнесе, творчестве и рок-н-ролле, у тебя нет комплексов и предрассудков, ты устал от скучного дресс-кода и одинаковых серых дней, долой стереотипы. Будь особенным, будь собой, одевайся в Лауренс. Ну вот, друзья, после посещения этого магазина мои постулаты изменились полностью. Лауренс, бизнес и рок-н-ролл. Салон одежды Лауренс. Торгово-развлекательный центр Capital Mall, первый этаж. Ежедневно с 10 до 9.30. Лично я уже для себя цели выбрал. Это бросить пить, бросить курить и бросить материться. Ну, с первыми двумя понятно, можно торпеду вшить, Алина Кара почитать. А вот с последним, конечно, трудновато, в общем. Вопрос, что же такое машина, роскошь или средство передвижения, до сих пор вызывает споры у тех, у кого нет машины. Для автолюбителей же машина давно стала другом. Ну или ласточкой, или рабочей лошадкой, в общем, нечто одушевленным. И как все живое, машине тоже требуется обновление. Я сейчас не про внутреннюю составляющую говорю, а про внешнюю. Ну, например, салон. Если салон вашего автомобиля повидал долгие годы эксплуатации, и вы давно уже подумываете о перетяжке, то не спешите с выбором. Перетяжка салона – это сложный комплекс работ, включающий в себя множество технологических процессов и особенностей. Поэтому большинство ателье в целях минимизации затрат, либо по незнанию, просто исключат часть из этих процессов. В результате недавно перетянутые сиденья уже через полгода в зонах посадочных мест вытягиваются пузырями. Боковые поддержки съезжают, и их нужно постоянно поправлять. И сами сиденья смотрятся как плюшевые наволочки. Нормальная перетяжка должна быть идентична оригинальному заводскому способу. И эксплуатация в течение 3-5 лет для вновь перетянутых сидений – это не срок. В нормальном детейлинг-центре дают гарантию до 7 лет, а дизайнеры компании разработают индивидуальные макеты вашего салона, которые помогут определиться с будущими сочетаниями цветов, кожи и ниток. Салон перетянут, обновлен, но внешне вашему железному другу все еще не хватает блеска. Тогда вам поможет полировка. Практически на любой мойке вам могут предложить услугу по полировке кузова автомобиля. Но по сути это не полировка, а маскировка мелких повреждений и царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля, которое исчезнет после 2-3 моек, когда маскирующее покрытие смоется. Нормальная же полировка отличается тем, что не маскирует, а убирает царапины на лаке вашего автомобиля. А вот сколько можно убрать и как убрать так, чтобы максимально сохранить толщину лакового слоя, вам подскажут в детейлинг-центре. Ну все, машина просто шикарна. Осталось только стекла протереть. А зимой это приходится делать гораздо чаще. Но и с этой проблемой можно легко справиться. Гидрофобные покрытия для стекол. Именно они создают водоотталкивающий эффект. Снег и лед очищаются значительно легче. Стекло моется быстрее. Во время движения вода не застилает стекло тонким слоем, а при минусовой температуре этот слой не замерзнет прямо на стекле, что делает движение безопасным. Эффект самоочищения очевиден уже при скорости 30 км в час. Гидрофобные покрытия не смываются автохимией. Качественного покрытия хватает на комфортную эксплуатацию после одного нанесения до 15 тысяч километров. В общем, обновить своего железного друга не только внутренне, но и капитально внешне тоже можно. И не обязательно для своей эксплуатации. А, например, ну, в целях продажи. Хотя после такого продавать вряд ли захочется. Детейлинг-центр Декарто. Улица Лебедева, 30, корпус 2. Телефон 56-69-13. Сайт decarto.ru. И под занавес, какие бы цели вы себе не поставили, я уверен, что в конце года вы их добьетесь. Или они вас добьются. Имидж ведущего, салон красоты «Секрет». Улица Жуковского, 7, телефон 575-575.